привет. Здравствуйте. Привет. Спасибо. Прошу. Спасибо. Вам большое. Спасибо. Анна Друндина, основатель Сергиево-Посадского социального проекта «Вещь в помощь», принимает от горожан ненужную им одежду и обувь. Позже вещи передадут пенсионерам, многодетным семьям или людям с ограниченными возможностями. За 4 месяца работы волонтеры помогли 20 семьям с одеждой и обувью, провели благотворительную ярмарку в помощь Василисе Поповой, собрали в школу 35 детей. Также отвезли собранные канцтовары в детский дом-интернат «Березка» и Сергиево-Посадский социально-экономический техникум. Люди сами нас находят, мы даем рекламу в газеты и ВКонтакте у нас. У нас есть очень активная группа. Люди находят нас, звонят нам. Также мы работаем с социальными центрами, с разными, с нашей соцслужбой. Мы помогаем определенным группам. Это многодетные семьи, малоимущие семьи, матери-одиночки, люди с ограниченными возможностями, пенсионеры. Чтобы отдать или взять одежду, нужно предварительно позвонить по номеру 8 925 472 02 21. В центр не принимают грязную или рваную одежду, ношенное нижнее белье, школьные учебники, сломанную технику и игрушки. Помещение проекта «Вещь в помощь» находится на вокзале в доме быта на 4-м этаже. Александр Бурмистров, Антон Коврижных. Программа «События».